Продолжаем наш выпуск. Учить водителей будут по-новому. С 11 августа вступят в силу долгожданные программы обучения будущих водителей. Напомню, в апреле этого года удостоверение стало выглядеть по-другому. На карточке увеличилось число категорий с 9 до 16. После нововведения многие автолюбители столкнулись с одной общей проблемой. Новые категории вроде как есть, но обучиться на них пока негде. Без нового документа российские автошколы до сих пор не имеют права обучать будущих водителей, желающих получить права новых категорий или подкатегорий. Например, категории М, которые дают право на управление мопедами и скутерами. Они появились еще осенью прошлого года, но так как программ не было и, соответственно, получить права на них было невозможно. С 11 августа водителям скутеров, у которых нет прав вообще, придется идти в автошколу, либо расставаться с железным конем. Причем сдавать на категорию М можно только с 16 лет. Важно, для всех кандидатов, которые учатся в автошколах сейчас, ничего не изменится. Они будут доучиваться по нынешним программам. Новые будут осваивать те ученики, которые придут в автошколы после вступления в силу приказа Министерства образования страны.